Сегодня 18 июля. 18 июля 1765 года началось составление плана города Самары. По указу российской императрицы Екатерины II из Казани сюда послали нарочного для снятия погорелых мест. Необходимость составления плана была вызвана тем, что большая часть города сгорела во время пожара еще весной того года. Позже был составлен план регулярной застройки Самары. В конце XIX века в Самарской губернии случилась засуха, которая привела к серьезному неурожаю. Чтобы избежать страшных последствий стихийного бедствия, 18 июля 1891 года Самарская городская дума рассмотрела вопрос о принятии мер к обеспечению продовольствием беднейшей части населения. И в тот же день было принято решение об открытии подписки на нужды погорельцев Сенгилея в связи с произошедшим пожаром, уничтожившим 2/3 этого губернского города. Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается день создания органов государственного пожарного надзора. В народном календаре сегодня Афанасьев день или месяцев праздник. Наши предки внимательно наблюдали в это время за ночным светилом. Если месяц был ясным и хорошо заметным, то считалось, что предстоящая осень будет сухой и теплой. Это были лишь некоторые интересные события 18 дня июля. Всего вам только самого доброго!